Признание в любви всем мамам города Лабытнанги прозвучали из главной городской сцены. В ДК «30 лет Победы» праздничный концерт состоялся в минувшую субботу. Сложно посчитать, сколько раз за этот вечер прозвучало слово «мама». Самой милой, нежной и любимой женщине на свете дети и взрослые посвящали стихи, песни и танцы. Конечно, благодарить и радовать своих мам нужно каждый день. Но всероссийский праздник – это замечательный повод сделать это по-особенному, красиво и трогательно. Мама – это первый друг, и мы с ним проводим очень-очень много времени, и он самый дорогой на свете. Самое дорогое. Мамы уже нету, но все равно вот все время хожу на концерты, и в тот раз песню такую хорошую пели, аж слезы текут. Самое главное – на всем крепкого здоровья и терпения. В первую очередь терпения. Ведь воспитывать детей не очень-то просто. Это сложная работа. Много мам на белом цвете, всей душой и любят дети. Только мама есть одна, за рожем не она. Полная версия театрализованного концерта «Я люблю тебя, мама» выйдет в эфир Лабытнанского телевидения 19 декабря в 20:30.